2 октября в культурном центре «Мечта» пройдет мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Главным подарком для приглашенных станет выступление народного артиста Владимира Девятова. Для Одинцовского округа празднование Дня пожилого человека – традиция, которой уже много лет. Это еще одна возможность поддержать и поблагодарить людей преклонного возраста за то, что они были и остаются примером для подражания для всех нас, отметил Андрей Иванов.